13 мая, РИА Новости. Спасатели ликвидировали возгорание на крыше торгового центра «Времена года» на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Приезжали по заявке о задымлении в административном здании по адресу Кутузовский проспект, 48. На крыше административного здания наблюдалось незначительное задымление. Незначительное загорание строительных конструкций ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала, сказал собеседник агентства. Ранее в социальной сети Twitter распространилось видео, на котором виден дым на крыше ТЦ «Времена года». Скачать видео, скопировать ссылку, получить код РИА Новости, иллюстрация РИА Новости, перейти в фотобанк «Пожарная безопасность в общественных местах».